Ира работает в МФЦ, считает это место адом на земле и с трудом способна в понедельник утром обслуживать пенсионеров, мамочек с детьми и иммигрантов. У Иры есть парень зануда Сергей. Он сценарист сериалов, который выходит на государственных каналах. А подруга Иры Катя недавно родила и теперь полностью занята младенцем. После очередной ссоры с Сергеем работница МФЦ проводит ночь с новым коллегой Феликсом. Через несколько дней Сергей возвращается к Ире, а девушка чувствует тошноту. Несколько положительных тестов на беременность подтверждают ее опасения.